считать собрание открытым. Здесь место есть для слабых и забитых, и всем, кто жертвой стал тиранов, здесь руку помощи протянут. Разобщила вокруг, нарушила психику, отняла сонный покой. Но время настало, мой друг, вспомнить нам с тобой, вспомнить нам с тобой. Все звери, братья, слушаю вас. Меня не интересует мнение министра культуры. Сегодня один министр, завтра другой. Да, так ему и передайте. Завтра в 11 у меня в кабинете. Продолжайте. Спасибо. Зачем едят лягушки комаров? Зачем, 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 зачем? Зачем глотают кролика удавы? Зачем, 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 зачем? Давно пора менять такие нравы, нравы. И скинуть в бездну тяжести оков. Плечом к плечу, чтоб рядом шли плечом друг друга, уважая без обмана. А ты и мыши, львы и обезьяны, койот, енот и антилопа. Пожар! Как пожар? Да рано еще!